А может быть из-за этого, что там на конце самого маленького узелок? Узелок. Что? Не, ну вроде есть. Здесь-то узелка, здесь-то такого узелка нету. Здесь такого узелка, как там крупного, нету. Здесь, видишь, она из двух. Двойная? Да, она здесь двойная. А этот прям по ушам клыщ. Нереально. А вот этот вот, вот как-то получилось у меня сегодня раз прям хлыстануть как нормально, ну и все. Он говорит, как-то ловить надо. Ну да. Раньше она прям это перехлёстами из-за кольца было удобнее, что у них. Этот голову посещаю тебе, да? Лосар! Отходи. Да. Пойдем сюда лучше, отойди, пусть они под на траву. Туда уходит такой тяжелый. Не как улечка, как. Ну да, да. Потому что из-за толстой этой штуки стреляет на конце, даже маленьким можно, на гаечкой, плеточкой. Стреляет на конце как раз это тонко. Мне кажется, в одну веревку надо. Ну-ка. Может быть, вот да, распустить ее, развязать и получится. Ну давай, с двух тебе вторая, зачем нужна? Тебе вторая-то зачем? Да с двух-то куда тут? Я с одной-то еле-еле. Сюда только отойди, пожалуйста. О, этот чик тоненький, да? Ну чик. Да. Давай, ее надо разрезать. Раскочегарить, да? Стой! Вон ту коричневую подними. Я что-то слышу в этом. Как-то по-другому стало, да? Не тот, да. Не тот. Замоталась, скорее всего. Ну-ка, сейчас, что? Ага, отлетела. Отлетела? Ищи ага. Где? Наверное, не вон. Проговорили, да, только про одну? Такой прям тяжелый. Что, не нашли? Потому что если стреляешь, вот сейчас... Сергей, положу телефон. Да. Зачем? Иди, беги. Бум. Беги. А, у тебя в какой руке? В левую, да? Да. Либо бам. Она. Иди, давай. А что еще? Сам виноват. Это он. Веревочка отлетела. Да? Одиночный такой. Ну, что-то такое ощущение, что здесь лоскут прям оторвался. Смотри, ты видишь, как кожа там кусок. Здесь все нормально. Давай. Давайте вместе посмотрим. Вот такая вот одна веревка. Ее прям вот кусок вот такой будет. Дай бас. Идите.
не свою половину. Как она, да? Дайте пас нормально. Так же не бывает.